Saint-Marcande. Une des villes les plus, enfin pour moi, des plus mythiques de la route de la soie. Ça a l'air magnifique. Ah, ils font du pain. Salam. Ah bon ? C'est plus ou moins la même méthode que dans le restaurant. Vous connaissez quelque chose sur les frogs ? House ? House ? Ah, house ? Oui ! Prince à l'éveil en main. C'est bon. Allez. Tu vas où là? Ben, je suis le jeune qui va nous montrer un house. Когда маленькие были, купались здесь. Тогда еще был хаус расширенный побольше был размером. Вот. Я здесь учился купаться. Я уже могу везде искупаться. Quelle était l'utilité de ce хаус? Вот из-за этого сарыка открывали воду. Когда наполняется, закрывали, уже другое направление отправляли в воду, например, скажем, соседнюю махалю. А здесь вода потом отстаивала от грязи, от всяких шлаков, отстаивала. Потом брали воду и еще кипятили, пили. А огород тоже орошали этим водой. Pourquoi est-ce que ça n'a plus été utilisé comme réservoir d'eau potable? Сейчас, в данный момент, для всех людей, это водопроводная вода, это комфорт. Вот. Mm. Туда-сюда не надо ходить. Вода идет постоянно. Вот. Зачем ходить в хаузу и таскать воду для себя, когда у тебя дома, у меня дома есть краник, водопровод? Зачем ходить? У каждого дома есть. Из-за этого сейчас никто не ходит, и это вроде бы сейчас в последнее время хаус пользуется для противопожарной. Вот если случай пожара, сразу пожарники приходили, отсюда набирали воду и использовали.